Всем привет, друзья, на связи Андрей Гид, я, как всегда, рад вас видеть на своем YouTube-канале. В этом ролике я вам расскажу, какие проекты из сферы децентрализованных финансов я на данный момент добавляю себе в портфель. Сразу же хочу сказать, друзья, я не рекомендую покупать их вам. Первое, что вам нужно понять, это я покупаю эти монеты, и именно я лично добавляю себе в портфель. Вы, если вам что-то понравится, можете после изучить какой-то проект, какую-то монету более подробно, и если хотите, тоже ее купить. И второе, что вам нужно понять, это инвестиции. То есть инвестиции это... Я не знаю, когда эта монета вырастет, я не знаю, сколько вы заработаете, я не знаю, вообще заработаете вы или нет. То есть инвестиции, тогда вы купили и ждете. Есть определенные факторы, которые говорят, что монета, скорее всего, в будущем будет расти и проект будет развиваться. Поэтому покупаю лично я, и это инвестиции. Определенного какого-то срока здесь нет. Поэтому, друзья, я думаю, с этим понятно. Воспринимайте данную информацию правильно и с осторожностью. Все сами перепроверяйте. Давайте начинать. Обязательно смотрите ролик до конца. Постараюсь сделать его интересным и познавательным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и поехали. Ну, естественно, перед началом по традиции нужно не забыть подписаться на мой телеграм-канал. Там я рассказываю обо всех финансовых инструментах, куда инвестирую, делюсь новостями портфеля и также скидываю другие интересные темы по криптовалютам и заработку. Самое главное, в описании канала есть наш телеграм-чат. Можете кликнуть на описание, зайти в чат и там задавать совершенно любые вопросы. Если вы новичок в криптовалютах, не знаете, как пользоваться кошельками, биржами, не знаете, как покупать, продавать криптовалюту, вы можете сюда зайти, задать вопросы, и я быстро, оперативно вас проконсультирую. Чат очень полезный. Все ссылки на канал и чат будут под этим роликом и в закрепленном комментарии. Обязательно вступайте, подписывайтесь. Итак, давайте немного сбавим темп, и перед началом ролика я еще вам расскажу, почему конкретно я выделил именно эти проекты и сферу децентрализованных финансов. На данный момент на дворе 2022 год, и этот год был особенным тем, что регуляторы относительно так существенно начали давить на биржи, особенно на крупные биржи, таких как, например, Binance, биржа Huobi, ну, я думаю, какие-то другие биржи регулирование тоже задело. И это давит не только на создателей биржи, но давит еще и на пользователей. Например, я как житель Российской Федерации, гражданин, на данный момент некоторые биржи меня ущемляют в правах и неизвестно, что вообще дальше будет. Я думаю, регуляция будет с годами только усиливаться, особенно на централизованных биржах. И все больше пользователей уходит в децентрализованные финансы, то есть пользуются децентрализованными биржами и децентрализованными кошельками. Например, я на 50% уже точно ушел в децентрализованные финансы. Соответственно, если регуляционное давление со стороны властей будет расти, то на следующем буллране с популяризацией криптовалют, скорее всего, все больше и больше людей будут уходить в сферу DeFi. И, соответственно, проекты на DeFi, которые выстоят этот медвежий рынок, они будут развиваться, у них будет приток пользователей, приток ликвидности. И, соответственно, их токены, скорее всего, в будущем тоже будут расти и повышаться в стоимости. Конкретно вот на этих причинах я сегодня и основывался. Сегодня я выделил ряд проектов, которые я считаю, что они переживут медвежий рынок и на следующих лучших годах для криптовалюты покажут значительный рост. Опять же, когда это будет, я не знаю, мы инвестируем и надеемся на будущее. Сани нужно готовить зимой, поэтому покупать их можно уже сейчас, начинать перекупать. Могут ли они упасть? Конечно, могут, друзья. Рынок медвежий, и насколько он затянется, пока я не знаю конкретно по времени. Поэтому готовимся к худшему, то есть думаем, что монеты еще упадут, и, соответственно, имеем запас финансов, чтобы их докупать. Все, давайте приступать, переходим к первой монете. Первый проект на сегодня это Curve Finance. Скажу простыми словами, Curve Finance это топ-провайдер-поставщик ликвидности для децентрализованных площадок. Особенностью Curve Finance является то, что он поддерживает очень много сетей. На данный момент Curve Finance является вторым проектом по заблокированной стоимости, то есть сколько денег заблокировано в его пулах. На данный момент здесь 8,67 миллиарда и ему немного не достает до MakerDAO. У MakerDAO всего лишь 9 миллиардов, тут 58 миллионов. Но я думаю, что Curve скоро обгонит DAO Maker по заблокированной стоимости. Почему? Потому что, как я уже сказал, он поддерживает намного больше сетей. На данный момент Curve поддерживает Ethereum, Phantom, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Gnosis, Optimism, Harmony, Moonbeam, Aurora. В будущем новые сети будут только добавляться. На данный момент я не представляю децентрализованные финансы без Curve Finance. То есть это очень-очень крупный игрок, это голубая фишка в сфере DeFi. Также особенностью Curve Finance является то, что он является стартовым загрузчиком для всех новых проектов в сфере DeFi. То есть когда какой-то новый проект стартует, либо провайдер ликвидности, либо DEX, то с наибольшей вероятностью загрузчиком его первоначальных пулов является именно Curve Finance. Также вокруг Curve Finance, вокруг его экосистемы начинают обрастать новые проекты, которые помогают Curve с его токеномикой и грамотно управлять его пулами. Например, один из таких уже известный крупный проект это Convex Finance.
Его очень важной задачей является то, что он блокирует у себя именно токены КРВ, и, соответственно, токенов КРВ на рынке становится меньше. И я считаю, что в будущем это может вызвать так называемый шок предложения. Это когда спрос большой, а токенов на всех не хватает, и цена пойдет вверх. Теперь давайте как раз перейдем к графику. На данный момент график КРВ выглядит примерно вот так вот. Если мы посмотрим, да, цена со дна делала уже примерно 10 иксов, но если так вот глобально график посмотреть, выглядит очень и очень перспективным и очень неплохо. Надеемся, что когда-нибудь, давайте кисть я включу, токен вот так вот походит, может быть, зачерпнет немножко второго дна, вырастет, пробьет и, естественно, пойдет вверх. И докуда вырастет, я уже тут не знаю, здесь уже посмотрим. Будем фиксировать данный токен, естественно, по нашей с вами стратегии. Будем фиксировать частями. Я рекомендую набирать позиции по Curve Finance по цене $3. Эту цену я всегда рекомендовал именно на своем канале, телеграм-канале. Если вы еще на него не подписаны, обязательно подписывайтесь. Там я даю свои рекомендации по покупке монет. Единственным минусом проекта Curve является его такой интересный футуристичный интерфейс в стиле Windows 98. То есть многих пользователей, конечно, ну не многих, каких-то он отпугивает, но в целом, если вы посидите на странице несколько минут, разберетесь, то в целом все становится понятно. На данный момент цена токена КРВ $1.16. Я считаю, что цена довольно-таки неплохая, чтобы в долгу набирать позицию по монете КРВ. Следующий проект на сегодня — это балансер. Многие, наверное, кто зашли в криптовалюту в последний год, скорее всего, о нем не слышали. Это один такой уже из устоявшихся стареньких DEX-платформ, и долгое время он имел очень такой скудный дизайн и был похож вообще на древнего динозавра Банкор. Но опять же, старые криптоны знают, что такое Банкор. Сейчас же, почему добавляю этот проект в портфель, балансер переработали свою дорожную карту, разработчики начали усиленно работать над проектом, и балансер уже превращается из простого какого-то свапа, какого-то обмена, реально в полноценную DEX со своими пулами, точно еще превращается в провайдера ликвидности. Токеномика также пересмотрена, и он идет по пути Curve Finance. Если вы изучите токеномику Curve Finance и изучите экономику нового балансера, то вы увидите очень много сходства. Соответственно, проект начал очень активно развиваться, и поэтому на данный момент я считаю, что его можно добавить в свой криптовалютный портфель для долгосрочных инвестиций. Цена на данный момент сделала минус, ну, стоила на пике 70, больше $70. На данный момент стоимость балансера 7-8 долларов. Я считаю, ну, точка входа для начала набора позиций также неплохая. Если мы зайдем на DeFi Llama, то увидим, что на данный момент балансер поддерживает три сети. Это Ethereum, Polygon и Arbitrum. На данный момент на балансере заблокировано практически $2 миллиарда. Но сейчас рынок подупал, как бы немножко сфера DeFi подсдулась. И, естественно, когда на новом рынке придут новые пользователи, если проект доработает, улучшит экономику, то я считаю, что заблокированная стоимость увеличится, и проект как бы воспрянет, и у него будет новая жизнь. Поэтому балансер также добавляем себе в криптовалютный портфель. Следующий проект — это PancakeSwap. Сразу же скажу, что PancakeSwap является лидером в сети Binance Smart Chain в сегменте DEX. Он является таким неким монополистом. PancakeSwap на данный момент — это самая популярная DEX на BSK. Если мы зайдем на аналитический сервис, опять же, DeFi Llama, то увидим, что в сети Binance Smart Chain по заблокированной стоимости самый первый идет именно Cake. Заблокированная стоимость на данный момент практически $4 миллиарда. Также важным фактором для PancakeSwap является то, что Binance Labs является стратегическим партнером, является инвестором в PancakeSwap, и сам Changpeng Zhao несколько раз я лично видел, как на своих ресурсах пиарил PancakeSwap и поддерживал данный проект. В данный момент цена одного кейка сейчас в районе $4.5. Я считаю, что набирать позицию в долгосрок также можно уже начинать. И тем более, что все токены, которые вы покупаете, вы можете отправить в стейкинг. Заходите на официальный сайт PancakeSwap, нажимаете Earn Pools, и здесь вы можете застейкать свои токены, и за счет медвежьего рынка, за счет удержания токена, за это время заработать дополнительные токены Cake, и на росте уже получите больше профит. Следующий проект, в который я инвестирую, это, можно сказать, конкурент Pancake, это DEX биржа Biswap. Работает она также на блокчейне Binance Smart Chain. Почему Biswap? У Biswap очень агрессивный маркетинг, очень много всяких стейкингов, фармингов, очень много разных лотерей, NFT, что здесь только не проводится. Маркетинг очень схож с маркетингом именно Binance. Binance также является здесь стратегическим партнером, также Binance пиарит BSV на своих ресурсах, CZ пиарит, и вообще Biswap для меня это самое интересное, самое удобное и самое привлекательная DEX-площадка. Примечательно также то, что все токены, которые заблокированы, на данный момент добываются фармингом и именно добываются комьюнити. Также у проекта есть сжигание. Всю информацию о Total Supply, Max Supply, сколько циркулирует, сколько сожжено, вы можете наблюдать, промотав официальный сайт в самый конец.
и здесь уже наблюдать за именно тем, как развивается токеномика. То есть, когда именно разблокировка средств путем фарминга закончится, монеты начнут сжигаться, и монет будет ограниченное количество на рынке. То есть, количество будет постоянно уменьшаться, новых монет уже добываться фармингом не будет. И я думаю, что этот DEX переживет все медвежьи рынки с такой поддержкой и именно с таким маркетингом, и в дальнейшем за счет своего дефицита токен реально вырастет. Также, когда вы покупаете токен Biswap, вы можете добавлять его в стейкинг. Есть различные пулы. На своем ролике я также снимал конкретно обновление по всем пулам. Подсказку вот здесь вот сейчас постараюсь поставить, если не забуду. Также вы можете их отправить в стейкинг и зарабатывать еще больше токенов BSV. Также на данной платформе проводятся, как я уже сказал, разные лотереи, ADO, можно как-то токен применять, участвовать в различных приколюхах, и также здесь есть реферальная программа. То есть можете прям свою реферальную ссылку создать, где-то на блоге у себя разместить, приглашать друзей, там, знакомых и зарабатывать еще больше токенов BSV. На данный момент стоимость токена BSV у нас в районе 50 центов. Цена, конечно, может еще немножко подупасть, как минимум вот сюда, на 30 центов, может и чуть ниже упасть. Ну, естественно, что будет дальше с ценой, я не знаю, все зависит от рынка, но надеюсь, что все-таки цена пойдет вверх, и минимум 10 иксов по данному токену с текущих я планирую сделать. Опять же, когда это будет неизвестно, просто инвестируем, отправляем токены в стейкинг и ждем хорошего бычьего рынка. Следующий проект, который имеет перспективы, это Osmosis. Osmosis — это голубая фишка, это топ-декс на блокчейне Cosmos. Вообще, на блокчейн экосистему Cosmos у меня большие надежды. Я покупаю Atom давно, начал покупать его с 3-4 долларов, до сих пор держу и буду докупать. Я вижу конкретно в космосе, ну, большой потенциал. Экосистема Cosmos на данный момент находится еще в таком зародыше, в зачаточном состоянии. Но если она будет развиваться, опять же, если будет развиваться, не факт, то, скорее всего, Osmosis займет монополию, как и Pancake когда-то занимал на BSK. Поэтому, естественно, Osmosis имеет перспективы, и я думаю, что токен также будет расти. В данный момент Osmosis достигает до 100 миллионов долларов ежедневного объема торгов. А ежемесячный объем торгов примерно сопоставим с проектом Uniswap. Поэтому у Osmosis, я думаю, есть также большие перспективы. На данный момент Osmosis торгуется по цене примерно $1.20. Цена тоже так неплохо укаталась. Естественно, тут может еще немного упасть, тут немного нащупало дно, но может провалиться еще ниже. Но если, опять же, экосистема Cosmos будет развиваться, то в целом проект имеет потенциал для роста. Набирать позицию по Osmosis, я думаю, можно также начинать. Друзья, еще пару проектов, которые я никак не могу обойти стороной. Первый из них — это OneInch. Для меня OneInch на данный момент — это топ-DEX. И также OneInch вышел на первое место среди DEX-ов по ежедневному объему торгов, обогнав Uniswap. Об этом было официальное заявление в их твиттере, то есть, естественно, со всеми пруфами. OneInch — это также самый удобный, на мой взгляд, DEX-кошелек, DEX-приложение на ваш смартфон. Поддерживает очень много сетей, все очень дешево, все очень быстро, минимальное проскальзывание, минимальные комиссии. И на данный момент конкуренту кошельку в сегменте DEX, где есть внутренний обмен, конкуренту OneInch я не вижу. Также у OneInch есть поддержка от Binance, есть поддержка от Trust Wallet, то есть все обмены в Trust Wallet сейчас делаются только практически через OneInch. Разработчики между собой общаются, и, естественно, также Binance поддерживает и OneInch. Об этом я не раз видел, как они поддерживают данное приложение, данный кошелек на своих ресурсах. Поэтому я считаю, что у OneInch есть перспективы. Единственный минус по OneInch — это то, что нету никакого утилити у токена. То есть токен на данный момент никак не применяется. Единственное применение токена — это голосование. Но, как правило, этим занимаются очень мало, занимаются какие-то энтузиасты, либо какие-то там, ну, люди, которые вникают именно в блокчейн, в эту инфраструктуру. Обычные пользователи этим не занимаются. Поэтому токен, он как бы на него мало спроса. Если прикрутят утилити, если будет реально какое-то сжигание, токен будет как-то использоваться, то в дальнейшем цена токена, я думаю, вырастет. Но даже и без этого, конкретно на Bullrun, за счет популяризации приложения, токен, я считаю, все равно будет расти. На данный момент цена токена 80 центов, на пике цена была 7, ну то есть почти минус x10 здесь. Я считаю, что можно набирать позиции. Конечно, токен может еще вот на это дно спуститься и стоить и даже 16 центов. Но будем надеяться, что это будет дно, дальше он не провалится, и на следующем буллране все мы хорошо заработаем. Но тем не менее, так как OneInch — это очень большой игрок, очень значимый на данный момент, и плюс продукт у них очень качественный, я считаю, что иметь OneInch в своем портфеле нужно. Ну и, друзья, на десерт сегодня — это проект Aave или Aave. Проект очень старый, запустился еще в 2017 году, и старые криптоны знают его как проект
Etherland. Изначально проект как бы предлагал децентрализованный обмен и также криптовалютное кредитирование. Проект долго не мог обрести популярность, но разработчики его дорабатывали, добавляли новые сети, добавляли новые функции, и на данный момент, опять же, сфера DeFi не представляется без такого проекта, как Aave. Очень важная особенность проекта в том, что проект хочет идти дальше и предлагать криптовалютное кредитирование для реальных организаций, то есть из реального мира, из реальных секторов экономики. То есть это первый проект, который замахнулся на такое. Будет это реализовано или нет, я не знаю, но то, что есть такие плановые проекты, это уже хорошо. Также проект развивается, добавляют новые сети. На данный момент Aave на третьем месте по заблокированной стоимости, 8,2 миллиарда долларов. И также поддерживает три сети, Ethereum, Polygon и Avalanche. Разработчики планируют добавлять новые сети. И в целом Aave это очень крупный игрок и также будет поставщиком ликвидности для новых проектов децентрализованных в различных сетях. Поэтому Aave я также добавляю в свой портфель. На данный момент цена токена Aave меньше 100 долларов, 99 сколько-то центов. Минимум у него был, ну тут в районе 30, а максимум был по тут почти 670. Набирать сейчас позицию, я думаю, тоже потихонечку имеет смысл. Конечно, проект может немножко упасть, вот сюда вот на эту линию поддержки может упасть и на дно. Но в целом, я думаю, если экосистема DeFi будет развиваться, то Aave все-таки займет достойное место в ней. И токен проекта будет расти. Ну что, друзья, на этом у меня все. Буду заканчивать. Сегодня я дал список наиболее перспективных проектов, на мой взгляд, из сферы DeFi, которые будут в будущем развиваться. И если рынок DeFi будет расширяться, то эти проекты уже никуда не исчезнут, будут привлекать больше пользователей, будут привлекать больше ликвидности, повышается объем торгов и, естественно, стоимость их токенов также будет расти. Я дал эти проекты, потому что они уже устоявшиеся, и если, как я уже сказал, сфера DeFi будет развиваться, то эти проекты уже никуда не денутся. Также есть и много других перспективных проектов, но более рискованных. Их я даю уже на своем закрытом телеграм-канале. Если хотите, обязательно вступайте. Стоимость на закрытый канал до конца июня 2022 года будет 300 долларов. Потом будет 350. Напоминаю, что там я даю монеты, которые отобраны аналитическими зарубежными компаниями. То есть там их отбирают аналитики, профессионалы. Я получаю отчеты конкретно по токеномике. Почему этот проект будет расти, почему он должен быть перспективным. И эти проекты я скидываю в своем закрытом телеграм-канале. То есть там мы набираем портфель именно из перспективных монет. Есть монеты менее рискованные. Сегодня даже я некоторыми с вами поделился. Есть монеты более рискованные. Ну, более рискованные монеты, естественно, у них очень маленькая капитализация, и они дают очень много иксов, если будут развиваться и будут популярными. Посмотрите мое видео «Как заработать миллион долларов». Там я привожу наиболее успешные сделки, где есть 100 иксов, 200 иксов и даже 600 иксов по некоторым проектам. И все эти проекты из моего закрытого телеграм-канала по аналитике. Для тех, кто хочет вступить в мой закрытый телеграм-канал, друзья, напоминаю, стоимость на данный момент 300 долларов, будет 350. Также помогаю новичкам, обучаю с нуля, персонально, есть все инструкции. Помогу купить криптовалюту, составить портфель и заработать в будущем на росте рынка криптовалют. Оплачивайте единоразово и навсегда, никаких абонентских плат, один раз заплатили и всегда находитесь в канале, всегда получаете самую лучшую информацию. Для тех, кто хочет вступить в закрытый канал, пишите мне в личку сразу в Telegram, ссылка на мой Telegram будет под этим роликом. Ставьте лайк этому видео, не забывайте подписываться на мой канал, вступать в наш открытый Telegram-канал и чат. И если есть что добавить конкретно по проектам, может быть что-то добавите, какой-то еще проект интересный, напишите в комментариях для рассмотрения. Буду вам признателен. Всем пока, друзья, всем профита и увидимся в следующих роликах. Пока-пока.